Вы не кажется ли вам, что чиновники из Европейского парламента игнорируют мнение обычных европейцев по ключевым вопросам? Нам нужно понимать, что западный мир поражен вирусом. По крайней мере, мы называем это вирусом. Западный мир ушел от своего исторического культурного наследия. И, конечно, эти подходы спускают нам с вершин башен из слоновой кости, придумывают всякие сумасбродные теории, вроде идей французских деятелей Деррида и Фуко. Они говорят нам, что нет такого понятия, как идентичность или природа вещей, что можно сделать мир таким, каким вы хотите его видеть, что нет никакой моральной ответственности перед предками или нацией. Этот вирус левых идей заразил Соединенные Штаты и Европейский Союз.